Представители Общественной палаты России готовят иск в Европейский суд по правам человека в связи с вопиющими преступлениями киевских властей против собственного народа. Об этом информагентство сообщает со ссылкой на члена палаты Георгия Федорова. Общественники потребуют привлечь к ответственности украинские власти и оценить их вину в массовом убийстве граждан в Одессе и гибель мирного населения в других городах. Подачу иска в Европейский суд инициируют не только представители Общественной палаты, но и пользователи сети. В интернете группа граждан уже развернула массовую кампанию за сбор подписей под обращение. Картинку сайта, где идет голосование, вы сейчас видите в режиме реального времени. Уже собрано более 16 тысяч подписей. Цифра меняется каждую минуту. Причем активность проявляют не только россияне, но и граждане Украины, а также стран Евросоюза. Редакция «Вести Кабардино-Балкария» также отдала свои голоса в поддержку обращения. Свое отношение к событиям на Украине можно выразить на сайте avaaz.org.